Всем привет, я Скиф, это игра под названием Atomic Crops, и в общем-то меня когда-то эта игра обошла стороной, но вышла она не так давно, где-то около года назад, и на самом деле она достаточно занимательна и упорота. В общем-то у нас тут по сюжету произошел очередной кобздец в мире, нам надо выращивать огород и защищать этот огород от всего на свете, потому что все на свете хочет нас в основном убить, либо наш огород обобрать. В общем-то, как несложно заметить, да, тут какой-то апокалипсис произошел, тут есть еще персонажи. А, игра в процессе, я не могу, да? Го продолжим тогда. Но они мне все равно все заблокированы, поэтому неважно. То есть идет рай, это рогалик. И здесь есть свои, конечно, приколюхи. У нас типа местного рынка, где я могу что-либо приобретать. Соответственно, некие рандомные вещи. Каждый раз новые. Я бы оружие купил, но не хватает, да, на оружие. Тут некая валюта присутствует в разных ее ипостасях. Но вот за цветочки я вроде как у незнакомки что-то мог флиртовать за 3 цветка, да? Черт. Не можем с ними пофлиртовать, чтобы что-то получить. И тут, походу, морковку в жертву сатане приносят. Но я не уверен. Так, окей, что еще тут есть? Целебная свекла. Выращивай, собирай, лечись. Давай возьмем. Подлечиться надо, меня где-то там как-то подстрелили. И погнали вернемся на ферму. Из чего, в общем-то, игра сама по себе состоит. Поиграл я, конечно, немного еще, но тем не менее. Так, посевы в безопасность. Только эта тыква растет. Погнали, пока день. Это жуткая тыква. Попытаемся насобирать семян. А потому что, когда вечер, это через 2 минуты, то будут как бы у нас явные проблемы. У меня пока говнооружие базовое, конечно. И здесь очень дофига разных мутировавших тварей. Но я думаю, мы сейчас на более хорошее оружие как-то заработаем. Это что еще в целом? Пчелка. О, ну кстати, повышает урожайность, это хорошо. Здесь мы можем насобирать какие-то семена, либо каких-то вот улучшений, которые нам как-то помогут отбивать наш урожай, отбивать его на постоянной основе надо. Это вообще в жопу жаленый носится. Я фиг знает, что это за пчелы мигрировали, куда-то на юг полетели или что у них там. Ау! Блин, на ровном месте я, конечно, давак получаю. Игра достаточно пестрая визуально. Поэтому если у вас дофига нежные глазки, могут быть проблемы. О, это что? О, это назад вернуться. Лол. А, все что ли? А, вон еще одна нора. Если что, можно быстро, да, попытаться вернуться. Так, так, еще какие-то семян добыл. Давай вот этих вот зайцев наркоманских ушатаем. Кирочки. Кирочки нам нужны. У меня там еще свинья есть, помощник, которая роет, бегает. Пчелки, которые там тоже за урожайность, в общем-то, отвечают. Какая-никакая подмога, какое-никакое подспорье имеется, да? О, починить мост. А, ну мы не можем. Это чтобы дальше бежать, да? Это надо покупать починку, в общем-то. Ладно, пойдем, наверное, урожаем плюс-минус займемся. Тут вон тыква жутко выросла. Окей, сюда. Прополим немножко. Что-то все нафиг заросло. У меня вон эти самые пчелки копошатся. И, получается, свинья тоже бегает, копает тут что-то как-то. Опа. А кто стреляет? Это что еще за говнокрот? А это какие-то новые твари. Это босс? Зашибись, очень вовремя. Так, мне надо босса пошатать, я так понимаю. Музычка тоже довольно упоротая, стоит отметить. Так, зайцы прочь. Но босс первый должен быть легкий, судя по всему, так и есть. Он ни черта особо не делает. И он меня куда-то затянул на другую локу. О-о-о-о, он спавнит говна. Спавнить говна нам не надо. У меня и так здоровья не супер много. Нет, вон мой огород, на нем просто ничего не растет, да? Так, куда ты там делся? А, ты снизу уже. Так, свинка там что-то в печали. Я не ожидал увидеть босса. Ну ладно. Монстропот некий. Ну, вроде ничего сложного. По крайней мере, пока.
Где ты, срань? Ну, давай быстрее попытаемся тебя убить как-то. Так, небольшой bullet hell. Ну, действительно, что-то небольшой. Из них еще какие-то из их трупов, из трупов этих монстров выпадают непонятные ошметки. Так, босс, умри. Так, ничего, еще теперь всю эту шоплу перебить. Это не так-то просто и быстро. Их тут что-то как-то очень даже и много. Да, там тоже мосты надо чинить. Окей, допустим. А, вон там время еще 10 секунд. Ну, что-то я ничего особо не вырастил, да, получается? Тут вообще было не до огорода. Давай немножечко тут прополим, пока время есть. Меня сейчас заберут. Мы попытаемся купить какое-то оружие поинтересней. Потому что что-то как-то это было внезапно. Да, я две тыквы собрал. Офигенно. Получается успех. Джекалоп. Скорострельный дробовик. И мушкетон некий. Не. Давай тебя купим. Ну, выглядит как дробовик. Да, вот они, эти доски. По сатену стоят, что довольно дорого. У меня, кстати, семян довольно много разных. Наверное, надо будет сразу посадками заниматься. Нынче не бегать за семенами. Семена вроде как имеются, да? И ХП надо. Тут мы можем что-то улучшить. Опа. Дорога. Мэр? Выглядит как-то стрематозно. Ты кто? Угу, сезонный урожай. А, тут по сезонам все разделено, но... Беличья сумка периодически выбрасывает белку. Звучит как имба. Набор мостостроителя берем. Это значит, босс был в конце сезона, логично. А не махромный ветер. What the fuck? Позволяет засесть семенами каждый клочок земли. Круто, конечно. Но у меня цветов столько нету. Так, с мэром мы больше ничего делать не можем. Тут празднуют все, что могут. Ты кто? Трактор-корчеватель можно взять. Туннель-прокладчик? Ого. Не, это все классно. Но как бы... И все. Я пока вроде ничего не делаю больше, да? Ладно, валим отсюда, я так понимаю. Вернемся на ферму пока что. Так, рассвет. У меня тут, блин, все пошатано, что возможно. Давайте что-нибудь высадим. Семена вроде бы есть. Поэтому что-нибудь как-нибудь высаживаем. Пока что поливаем, пока можем. Может сбегать еще попытаться чего-то поискать. А, жди, у нас же есть возможность починить. Хоп. Плюс мост. Ну, с дробаша повеселей. Это что? Это собирается. Да просто валюта собирается. Кайф. Хорошо, что решил не отсиживаться, а сходить прогуляться. А вот это что? Воу! Так, тихо-тихо-тихо, я хочу это. Я есть хоть эти, это что за глаз? Скорость повышена, офигеть. Трактор какой-то там. Тихо-тихо. Я не успел прочитать, что за трактор, но он стопудово мне очень нужен. О, вон белка вылетела. Которая иногда вылетает. Плюс семена. Супер. Так, фламинго, лети. Ну, нам надо сваливать отсюда. Явно-явно. Так, как этим трактором пользоваться? Вот в чем вопрос. И мне бы еще в целом здоровье как-то восполнить, да? Так, тут уже что-то подросло.
Так, а трактор заполняется, заряжается, да? Разрядить я его пока что не могу. Ну окей, погнали пока. Так, сюда. Немножечко за огородом поухаживаем. Свинья там как-то рандомно очень копает. Давай пока это все выполоть. Так, сюда. Оу-оу-оу, это что за дерьмо? Че на весь экран-то, алло? Закат. Че за упоротая луна? Типа фарми, релаксируй. Это классно все. А, фаза, где можно почилить, что ли, или что? Это что за срань? Как-то это очень все подозрительно. Ну, пока релаксируем, раз уж такая пьянка, и вообще фиг просто что происходит, но вроде бы норм. Какой-то горох, что там растет, или кукуруза. Так, стоять. Неведомо какого дерьма фармим. Сюда все. Ты сюда. Это фаза релакса, окей. Меня это устраивает. Ой, там какая-то шняга вылетела. Так, вторая фаза релакса. Их три фазы по 30 секунд, что ли? Рили какой-то горох. Так, ну нормально. Меня более чем устраивает, когда меня не мудошат. И можно что-то подфармить. Так, стоять. Что это за шарики странные с каким-то неведомым говном? Как-то немножечко, конечно, все это подозрительно выглядит. Но с другой стороны, дареному коню в зубы-то не смотрят. Иди сюда. Оба. И ты сюда. Мы тут еще и поливом параллельно занимаемся. Нормально, хотя бы от души огородом позаниматься, да? Сюда урожай. Можно будет подзатариться всяким разным. Мне бы цветы вырастить, кстати. Там можно еще какие-то грейженые семена покупать чего-то. И, наверное, нам надо эти самые грейженые семена. Возможно, больше мух и вот этого всего, чтобы быстрее огородом промышлять. О, это что-то за злобный перец или что там растет? Баклажан? Хорошо, ладно. Рассвет. Сейчас нас заберут. Фиг просы, чем я занимался всю ночь. Вот спроси, я даже ответить не смогу, что это было. Ну ладно, я как бы и не против в целом. А, лето наступило. Зато куча у нас всего, да? Какой-то куча валюты. Оружие ломается после суток использования. Вам придется купить новое или расчехлить старую добрую мелкашку. Окей. О, в кашу сломалась. Скотлинг. Давай скотлинг сюда. А что ты даешь? Непонятно. Так, ну эту шнягу-то я вроде бы покупал. Для вас нужны цветы, да? Сюда мы пройти не можем. Туда мы можем пройти только по окончанию сезона, очевидно. Я бы хотел каких-нибудь семян купить. Тундрянки бронзовой категории. Это шляпа еще. Джунгелики бронзовой. Давай, купим. 148, да? Набор мостостроителя берем. И погнали обратно на ферму. С мостостроительством мы можем сбегать куда-нибудь сходу просто. Так, посев в безопасности, пока не наступит ночь. Мне бы еще как-то подхиляться, было бы совсем идеально, да? Еще там нанотрактор какой-то загрузился, который бы неплохо использовать. Тут что-то вон тоже выросло. Это ежевика чудесная, или голубика, или монстрика, что это тут? Оу, я замедляюсь, когда стреляю. Но зато эта шняга ускоряется со временем. Прекрасно. По-моему, это под хил выпал. Так, ну миниганчик неплохой, слушай. О, починка. А, два надо. Два набора для починки, чтобы это дерьмо починить. Так, это шатаем. Тут я с этой стороны, походу, все выфармил или около того. Поэтому нам нужны дороги, да, очевидно. Мосты, вернее. Так-с, ну я пошел, наверное, пока семенами промышлять. Что тут что-то ничего не видно. Возможно, тут есть еще возможность где-то мост хотя бы одинарный сделать.
Давай с пулеметика поработаем. Пулеметик хорош. Пулеметик одобряю. Окей. О, сундучки. Хорошо. Еще сундук. Тихо-тихо-тихо. Уворачиваться так. Золотая куколка. Куда она может вас привести? Так, она куда-то летит. Блокирует пули. Кабачок. А, кабачок летает, блокирует пули. Так, куколка куда-то меня ведет. Так, иди лесом. Меня ведет куда-то золотая куколка. Не надо ко мне лезть. Ля. Да блин, страшно. Так, утка крыл. Поархай как утка. Блин, мне там сейчас посевы раздраконят, надо возвращаться. Так, ну я тут лечу, отлично. Оу! И шо? Так, чё-то походу я его как-то не так использовал. Он опять там заряжается. Так, лесом. А не надо мой урожай жрать, твари! Снайперка какая-то, от кого? Там заяц-снайпер, чё? Так можно было? Тут кто-то опять что-то жрет. Так, что это трактор делает? Я вообще ничего не понял. Что-то он делает, явно он был как-то использован неверно. Мне нужен кто-то, кто будет активно поливать это все, да? Не, миниган классно, конечно, но проблема минигана в том, что он долго заряжается, да? В этом его, конечно, большая проблема. Но зато дамажит. Плюс у нас уже есть полет, что тоже прекрасно. Так, поливчик. Сюда. Забираем. Так, мне бы, наверное... Где она там? Вот эту, целебную свеклу высадить. Так, целебную свеклу будем высаживать, алло. Ладно, не успели ни черта высадить, но целебную свеклу надо высадить. Так, минус оружие, да? Землетрясение. Ого. За пятихат. Как бы дорого. Блин, у меня семян дофигища всяких. Так, это давай купим. А, вам это ни к чему, вы можете летать. Спасибо, игра. Тогда я куплю все-таки мушкетон потестить. Ёпта. И цветы надо бы повысаживать. Возвращаемся на ферму. Так, сейчас зарядится эта шайтан-машина. Так, пока свекла, свекла. Отлично, целебная, ростим. Так, отлично. Что ты делаешь? Какой-то там говнодемон опять этот непонятный. И он не один. А может меня кроты не будут донимать? Так, мне цветы надо, роза. Чтоб отношения... А в смысле вас... Вы чё, офигели? Я тут не успеваю, блин, посевами заниматься. И эта машина что-то делает. Она, может, сорняки полит? Что... Просто так на землю вызывать понту нет. Возможно, есть понт на какие-то сорняки, да? Давайте соберем.
Но я нынче розы хочу высадить. Потому что захилиться я уже как бы нормально, да, захилился, получается. Так, водиться. Сейчас попытаемся отбиться от того, что тут придет. По идее, скоро босс может прийти. Возможно, вот прям даже сейчас. Что-то меня и днем уже прям гнобят. Я тут между делом огородом занят. Почему кроты такие бесячие? Так, ну полив быстро и это израсходовается. Идите лесом. О, можно прям поспамить этими выстрелами. Но они прям успешно нычатся. Сколько можно? О, цветы пошли. Так, господи. Трактор Риди. Ну да. Так и сгореть недолго, солнцепёк. Ёпта, это какое-то очень наркоманское солнце. Тихо, тихо! Оно мне урожай губит, ах ты ж тварь. Ой, мы разозлили солнышко. Так, цветы, цветы. Ого! Чё с солнцем стало? What the fuck? Вот дерьмо. Так, не зря я, по крайней мере, пушку купил. Дай собрать! Она мне жжет, цветы, тварина! Дай цветочки, мне их там дарить надо. Вода... О, пошли выстрелы. Болит хел пошел. Блин, солнце негодует. Солнце максимально негодует. Я тоже негодую. Все, минус солнце, по-моему, да? Ау! Плюс урон. Зачем я вот эту шнягу собираю? Ау! И зачем я ловлю дамаг, я тоже не понимаю. Целебная свекла. Надо будет целебную свеклу выращивать опять. Так, еще 30 секунд превозмогать. Такс. Превозмогаем. Пока вроде бы все неплохо. Свинья там что-то гоношится. Так, свеколку, свеколку, свеколку хочу. Дайте свеклу. Целебная свекла, очень надо. Ну не то чтобы прям очень надо, но было бы неплохо увидеть. Так, трактор сраный, иди сюда. Что ты делаешь? Ты собираешь урожай или что? Что ты пытаешься сделать? По-моему, я его ни разу правильно не призвал. Ладно, возвращаемся. О, новый персонаж стал доступен. Теперь мы можем улучшить качество отношений. Помогает быстрее выкорчевывать сорняки. Корчеватель, да? А, турели могут поливать ближайшие растения. Раститель. Вот это звучит интересно. Только у меня нет особо турелей. Либо, возможно, появится, да? Пугало иногда воодушевляет ваших друзей поблизости. Соломенный мегафон. Это уже за 5 таких цветов. То есть нам надо еще точечно выращивать то, что прям нужно, да? И еще один сезон прошел. Так, отлично. Получаем награды. Пчела. Кровавый муссон. Позволяет удобрить все растения. Нам еще же их удобрять там надо. Семечко целебной свеклы пойдет. Что тут продаем? Корова. А корова что делает? Отличный поливальщик. Ля, у нее там пушка, что ли? Это ведро? Ветер. Грозовая тучка. Все за цветы, которых мало, да? Цветы явно надо выращивать. А тут что? Морковный тягач. Вы получаете неуязвимость на 2 секунды. Угу. Трактор-корчеватель. Выкорчевывается сорняки в области действия. А, это, по-моему, я трактор-корчеватель все мимо призываю. Окей, понял тебя. По крайней мере, он есть, как бы, да, это уже неплохо. Приятельница, да, незнакомка. Ну, вот как-то так выглядит, в общем-то, игра. На мой взгляд, достаточно упорота, и это на самом деле весело. Почему нет?
В плане механик я бы не сказал, что тут уже есть что-то прям новаторское или новое, достаточно относительно стандартной рогальки, если не брать в расчет именно вот этот весь антураж, в котором это все дело происходит, и вот эту долинку из безумия, которое здесь происходит, а его тут довольно-таки много. В целом играется достаточно-таки весело. В общем, пишите, что вы думаете по поводу данной игры в комментариях. На этом же всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось. И всем всего хорошего. Пока-пока.